Пятилетняя Вера в зоопарк пришла впервые. Тигры, обезьяны, питоны, крокодилы. Раньше она их видела только на картинках. А тут еще и елка, и сказочные персонажи, и подарки. Сотрудники зоопарка устроили для детей настоящую новогоднюю сказку. Вера участвовала во всех конкурсах от Деда Мороза и выиграла призы. Нам очень понравилось праздновать Новый год. Мы с удовольствием поучаствовали в конкурсах, угадывали загадки. Мы встретили своих знакомых уже здесь. Мне именно понравилось участвовать в конкурсах и смотреть животных. Ребята участвовали в играх на знание животного мира. Читали стихи и пели песни для Деда Мороза и Снегурочки. Изображали голоса животных и кружились в хороводе вокруг елки. У малышей была возможность погладить животных. Лисицу Ричарда, кролика Руби, королевского питона Мурзика, крокодилового каймана Кроки и варана Вариса. И, конечно, талисмана будущего года – ручную крысу Джима. Мы ребятам сегодня старались напомнить, что не только зарубежные американские сказки интересны, но и русские. Они очень красивые, они очень добрые, и в них очень много замечательных сказочных героев. Обитатели зоопарка тоже не остались без подарка. Животные тоже любят играть. Каждый посетитель в любой день может прийти, оставить свои старые или новые игрушки и положить их в специальный ящик. Они могут быть разных форм и размеров, из дерева, пластика, резины или просто мягкие. Главное, чтобы были безопасные. Все гости получили новогодние сувениры с символикой зоопарка. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, События.